прошлой записи прошло пару дней продуктивных. Сделали обои, сделали свет, сделали лючки, поставили наличники, остались плинтуса. Коридор будет почти готов, за исключением вот этой вот розетки, которую ковырял я 3 часа и нормально сделать не смог. Придется ее менять на что-то другое. Макел никогда не покупайте и не ставьте. Немножечко обновили остатками краски сам портал. Здесь, кстати, тоже идет уборка. Уже очень много всего помыто. Отмыть пол от жира. Скоро здесь будет шкаф еще. Так, в санузле пока ничего не меняли. Кран надо поменять и гофру. Так, и самое главное, ванная. Все. Сделана плитка из остатков, из того, что было. Здесь плитка, все затерто. Осталось герметиком промазать. И все обратно собрать. Тумбу пока не привезли.